Одинцовские бизнесмены на протяжении последних лет регулярно участвуют в акции районной торгово-промышленной палаты «Бизнес-сообщество детям-сиротам». Традиционная предновогодняя поездка в социально-реабилитационный центр «Детский приют Савино-Старожевского монастыря» для детей-сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, только часть этой большой, трудной, но очень важной и нужной работы. Предприниматели прошли по зданию, познакомились с условиями, в которых проходит жизнь и православное воспитание ребят. Эти дети производят особое впечатление. Нет-нет, да и пробивается из-под детской непосредственности не по возрасту задумчивый и серьезный взгляд. Десант предпринимателей возглавлял президент Одинцовской торгово-промышленной палаты Андрей Ватажицын. Сама торгово-промышленная палата – это не кто-то и что-то, а это система предприятий, образующих некий конгломерат заинтересованных в росте здоровой экономики у нас в стране. И особенно для экспорта, чтобы мы выходили на рынок зарубежный со своим умом, со своими руками, со своей продукцией, сделанной и тем, и другим. Сегодня у нас здесь предприятия, руководители, представители предприятий, которые очень хотели вас видеть. Подарки были не только зимними. Вместе с ледянками, коньками и теплой обувью предприниматели привезли бытовую и оргтехнику, и даже газонокосилку. Внесли меценаты и свой вклад в приобретение для нужд приюта автобуса. У нас стала доброй традицией, как бы, слава богу, ежегодно приезжают господа взрослые, чтобы дарить вам подарки. То есть конечки, там, лыжи, там, ледянки, там, ну, в общем, все, что вы любите. Все привозится вот эти вот люди. Все, что у нас здесь появляется, берется не из воздуха, а вот живые люди как бы хотят сделать вам приятное вот, и привозят вам от чистой души в честь праздника дарят подарки. Со своей стороны дети порадовали гостей стихами, монастырским квасом и монастырской выпечкой. Лесонаместник и братья монастыря сердечно хотели вас поблагодарить за ваши благие дела, начинания. А также Андрея Ивановича выходить торговой палаты. Даст Бог Господь, что не последний год будет. Будет с каждым годом продолжаться и останутся те же лица, и будут много-много новых лиц. То есть это действительно, вы все понимаете, что важное и нужное дело. То есть помогаем, помогайте маленьким хорошим детям стать большими хорошими людьми. Все участники акции стали обладателями фирменных дипломов торгово-промышленной палаты за исполнение социальной ответственности перед обществом. Среди награжденных были 121-й авиаремонтный завод, Одинцовский филиал Банка Возрождения, Росгосстрах, фирмы «Лидер» и «Аудитор». Очень много вообще кому нужно помогать сегодня. Значит, почему? Потому что уж точно, если мы здесь находимся, духовность в нашей стране, она, значит, сейчас в кризисном положении. Она делает все, чтобы наше дорастающее поколение, значит, чувствовало нашу поддержку, значит, и росло таким, каким мы хотели бы его видеть, вот как смену нашу. Лишний раз мне хотелось бы сказать о том, что, значит, нам надо заниматься этим постоянно, постоянно делать хорошие такие благотворительные программы, и торгово-промышленная палата одной из первых целей всех, когда поставила эту задачу, значит, это вот мне легло на сердце давно. Спасибо большое. Вместе с собой на встречу с ребятами предприниматели пригласили прославленных спортивных акробатов, чемпионов мира и Европы из спортивной школы «Старый городок». Именно их мастер-классом и завершился этот день для воспитанников приюта. Выступление именитых спортсменов стало для них еще одним хорошим подарком. Может быть, послужив для кого-то отправной точкой серьезного спортивного будущего. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».